Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу обсудить с вами очень щепетильную тему. В общем, некоторые подписчики задавали мне вопросы про ребенка, про то, когда лучше беременеть. В общем, я сейчас вам все это расскажу, в общем, видео называться будет у нас «Когда лучше рожать», и мы сейчас с вами пофилософствуем на эту тему. Что я думаю по этому поводу, вот интересовались моим мнением. Итак. Первый вопрос мне задавали, трудно ли ухаживать за ребенком. Я вам скажу так, что за ребенком ухаживать не трудно, в принципе, не тяжело. Просто у вас на себя начинает не хватать времени, потому что все свое время вы тратите на ребенка. И мысли все о ребенке, то есть накормить его, поменять его, проследить, чтобы он там позанимался, да, чтобы у него там все, ну, в общем, вот такие какие-то мелочи, и все, чтобы он спал крепко, да, и для себя вы уже выделяете чуть-чуть совсем времени. Но если женщина готова к ребенку, и она хочет ребенка, ну, поверьте, это все мелочи, да, конечно, вы будете думать, блин, так хочется это сделать, но это такая вот мелочь, как, например, нам хочется машину, но у нас нет денег, обстоятельства такие, что, ну, как бы будет, но потом, ну, вот как-то так, да, так и ребенок, то есть время на себя будет, но потом, а сейчас обстоятельства другие, и некогда думать о том, что тебе хочется, потому что здесь есть важнее цветочек, вот, и такие распространенные вопросы, как, например, стоит ли рожать в молодом возрасте? Не поздно ли рожать в 30 первого ребенка? Я родила первого ребенка в 31, да, а забеременела в 30. Что я считаю по этому поводу? Вы знаете, с детства одна женщина, моя соседка, Оля, может быть, она если смотрит видео или ее дети смотрят видео, тетя Оля, давно еще, наверное, мне было 16 лет, и как-то вот я знала просто ее взгляд, и вообще вот мне очень нравилось, как она жила. То есть она родила первого ребенка после 30, да? После 30. Да, она родила первого ребенка после 30, и за всю свою жизнь она, в принципе, можно сказать, уже пожила, да? И в конце концов, потом она уже начала жить для детей, она осознанно шла к детям. Вы знаете, мне эта позиция очень нравилась, мне нравился этот взгляд. И я решила, что я буду рожать после 30 обязательно. Если, конечно, в 29-28 я бы нашла парня, ну, вот в этом возрасте, да, то, ну, чтобы все условия совпали и я бы хотела родить, конечно, я бы родила. Но для меня вот именно где-то было после 30 вот такое чувство, потому что я хотела нагуляться, я хотела побывать везде, я хотела все поделать, успеть, чтобы реально всю свою энергию и все, я уже отдавала ребенку, чтобы я уже столько всего получила, чтобы уже могла отдавать, понимаете? И я вот после 30 родила, да? Я могу вам сейчас точно сказать, что мне ухаживать за ребенком не тяжело, мне не нужно никуда бежать, мне не хочется идти гулять, кого-то там, я не знаю, искать. Слава богу, у нас есть отличный папа и муж замечательный. Ну и вообще даже, ну как-то много вещей таких, которые были, да, вот у меня до этого, они как бы ушли. Я не скажу, что появился какой-то смысл жизни, он и раньше у меня был, да, смысл жизни. Мои любимые люди, вокруг хочется их радовать, самореализовываться. Все это осталось, но еще появилась какая-то наполненность жизни, да, и мне на себя, да, нет времени на себя практически, но я его все равно вырываю и нахожу это время на себя. То есть не так все фатально, знаете, что просто там замухрышки там становятся девчонки и так далее. Нет, это уже совсем кто не найдет там минутки, но я, например, хочу быть красивой, хочу быть успешной, хочу, чтобы у меня ребенок был вот замечательный весь. И поэтому я с таким настроем нахожу на все время. Я стараюсь. И если вот у человека такой настрой есть, то он все вывезет. Рожать после 30, я считаю, что это на самом деле, наверное, лучше, чем в молодом возрасте. Я считаю, что если после 30 рожает девушка, то, скорее всего, 90%, 80% большинство девушек, они подарят своему ребенку много любви. Много любви, заботы, будет какое-то осознание, и воспитание будет немножечко другое. Нежели если девушка родила там в 20, например, лет, да, она еще не совсем созрела, она еще не совсем нагулялась. Может, наверное, ее тянуть в какие-то вещи, у нее могут какие-то быть стрессы по этому поводу, что она еще не реализовала, а ребенок реально в первое время вас никуда не пустит, ни погулять, ни познакомиться с парнем,
реально вы становитесь неким таким узником, но это на время все, и тоже это время быстро проходит. Боюсь, что это время девочки молодые могут не понять, потому они оставляют своих детей на бабушек, дедушек и так далее. Также такой вопрос мне задали: если девушка боится испортить фигуру, потерять красоту и стать теткой, и выезжать с ребенком, ну, то есть на юга выезжать только с ребенком, что она уже не выйдет одна. Вот. Когда нет личной жизни, а только пеленки и послеродовая депрессия. Сразу скажу насчет послеродовой депрессии. Я слышала об этом, девчонки, но я не знаю. У кого была послеродовая депрессия, пожалуйста, напишите мне в комментариях. У меня вот такое мнение, что послеродовой депрессии просто нет места в жизни. Когда депрессовать? Депрессия откуда идет? У меня была в жизни депрессия, но это когда? Когда мне делать нечего, когда я сижу, понимаете, я ничего не хочу делать, а хочу, чтобы у меня все было. Я сижу, мне нечего делать, и я сижу и гоняю эти мысли вокруг в своей голове. Отсюда возникает депрессия. Но когда ты чем-то занят, всегда говорят, как бороться с депрессией, нужно чем-то заняться, на работу, творчество или еще что-то. Извините, ребенок отнимает столько времени, когда депрессовать? Когда ты бежишь ему, меняешь подгузники, когда ты его кормишь, когда ты пытаешься что-то сделать сама, покушать или там что-нибудь себе в порядок привести, пока малой спит, а тут он закричит, закряхтит, и ты бежишь к нему, в какой промежуток, скажите, депрессовать? Мне лично просто некогда. Я не успеваю делать свои дела и успеваю их впритык там делать, да. Но депрессия, не знаю. И с кем я разговаривала, ну вот так вот вживую, да, не онлайн. Как-то за депрессию никто не говорит. Я не знаю, что должно быть в голове, или, может быть, если бы ребенка совсем отдали там родителям своим или еще, наверное, послеродовая депрессия какая-то, потому что неправильно отдавать своих детей сразу после рождения кому-то, а самой сидеть и депрессовать. Короче, напишите, что вы думаете по этому поводу, потому что мне интересно, у кого была послеродовая депрессия и в какой момент она возникала. По поводу того, что если девушка боится испортить фигуру, потерять красоту, стать теткой и боится выезжать на юга только с ребенком, я скажу вам так, что такая девушка просто не готова к детям. Потому что, ну лично по себе судя, мне плевать вообще, что было бы с моей фигурой. По большому счету, да. Но я-то как человек такой, который следит за своим внешним видом, у которого муж любит красивых девушек, а значит, я должна быть яркой, я должна подстать, чтобы мой муж никуда не глянул никогда налево, да. То есть я не собиралась опускать руки, я знала, что я не буду теткой. Да, у меня не будет времени на все это, но я найду, я сделаю выход, и я буду оставаться красивой. И вы знаете, у меня подруга точно так же родила, и просто красотка. Она стала еще краше, еще худее. Ну, то есть я не знаю, тетки, ну, это, наверное, они по сути и были, наверное, тетками. Просто перестали краситься, но стали уж совсем тетками. Стали жрать много, перестали за собой следить. В общем, не знаю, если реально такой есть страх, что вы испортитесь и станете страшной, то лучше пока не рожать, вы к этому не готовы. Но, а если вы в себе уверены, то я скажу вам, что вы всегда будете в тонусе, всегда будете красивы, если вы будете за собой следить. И вас ничто не остановит. И вас беременность, роды и какие-то растяжки, они не скажут: ой, все, теперь ты тетка, сиди, у тебя ни на что нет времени. Мне кажется, это от человека зависит. В общем, я знала, что я буду красоткой, и у меня был такой настрой, я знала, что я буду продолжать вести такой образ жизни. А что касается с ребенком на юга, так это же прекрасно. Вы представляете, этот ребенок. Ой, я сейчас расплачусь. Он же ничего еще не видел. Это так трогательно. Ну, в общем, он еще ничего не видел. Первый раз свозить его на карусельке, первый раз погулять в парке, там лето, море. Это же так прекрасно. И быть таким каким-то проводником, я извиняюсь, но для меня это такая трогательная тема, я вообще сентиментальный человек в этом смысле. Быть таким проводником для вот этой новой жизни, которая все будет познавать благодаря вам. И ведь именно благодаря вам у него сложатся впечатления какие-то. Он будет любить это море или не будет любить это море. Мне, например, хотелось на юга, там, да, когда я была беременная или до беременности. Но сейчас по-другому. Я не хочу одна, например, идти. Я хочу это маленькое сокровище, которое улыбается, аукает, лялякает там.
И хочу посмотреть на его реакцию, как оно ножками вступит на эти юга. И, знаете, вот мне сидеть там загорать и греться, я помню, даже, знаете, на юга ездила раньше, и меня все время, честно говоря, даже бесило на солнышке лежать. Думаю, да что это такое за бездарное какое-то времяпрепровождение? Жаришься и жаришься. Аж немного депрессовала по этому поводу раньше. Вот, извиняюсь за свои слезы. В общем, вот что я вам скажу. А вообще, рожайте тогда, когда вам сердце ваше просит, да? Если случилась такая ситуация, что девушка в раннем возрасте забеременела. Ну, я, конечно, не сторонник абортов, потому что я считаю, что жизнь зарождается уже, как только сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, уже появляется у человека душа, и он уже чувствует что-то, и все происходит, и, конечно, я против абортов. Сразу скажу. И я считаю, что это не что-то такое страшное, да? Это все наши какие-то внутренние страхи, что мы боимся, ой, как же мы теперь будем, эгоистические какие-то моменты. Но все это проходит, на самом деле. Это все ненадолго. Да, ребенок на всю жизнь, но он же растет. И постоянно все меняется. В общем, мне кажется, нужно находить в этом плюсы, потому что это реально. Многие люди пытаются забеременеть, пытаются иметь детей, и у них не получается. А кто-то вот так легко беременеет, да, и делает аборт, и просто душу какую-то убивает. В общем, я отношусь к этому так, и, ну, у каждого, конечно, свое дело. Я никого не осуждаю, если вдруг кто-то, да, каждый распоряжается своей жизнью, а потом пожинает свои плоды. Поэтому я тоже могу, меня могут обидеть, я могу на три буквы послать кого-то, но это будут мои проблемы, если что, да? Поэтому осуждать меня не надо, так и я никого не осуждаю. Если человек решил сделать что-то, то это его личное дело. Но вообще, дети — это счастье, реальное счастье. Особенно это счастье для девушек, женщин, которые созрели, которые готовы и осознанно идут на это. Это реальное счастье. Я иногда вот так вот, знаете, сижу дома с малым, обнимаю его и могу просто расфантазироваться, как мы будем делать то с ним или то, когда он будет разговаривать или ходить. И я прям, знаете, прям расплакиваюсь сама, вот как сейчас перед вами. Я сама могу с собой так на диванчике и улыбаться, и расплакиваться. Думаю, как это трогательно, как я счастлива. Ой, чё, боже. Как я счастлива, что я сделала это. Честно говоря, у меня были мысли, что, возможно, у меня не будет детей. Но я очень хотела почувствовать себя мамой. Вот. Это круто. В общем, дорогие мои, я с вами прощаюсь. Понравилось видео — ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много-много интересного. А, и, кстати, совет. Ну, пусть будет такой совет про детей. Я так обнаружила. Я проснулась. Вот ничего не успеваю, да, с ребенком. Ничего не успеваю. А надо просто просыпаться чуть-чуть раньше него, на часик, на два, вот утром, да, и можно успеть все-все-все свои дела. Либо, например, ну это однажды так получилось, либо, например, уложить его на ночь уже спать, и у вас потом остается, можно 2-3 часа. Я, например, и 4 часа себе могу выделить. Я ложусь вообще, ну такая я сова, ложусь под утро, и ребенка приучила, что он у меня тоже в обед встает. Так что мой график. Ну, он тоже приучил, а он сам приучился, как-то у нас само собой все пошло. В общем, у меня тоже с нуля сова. В общем, вот такой совет: можно найти время, когда ребенок спит. Для этого нужно его хорошо накормить и дать ему свежего воздуха. Тогда он будет крепко спать, а вы в это время будете делать свои дела. Ну, всем пока!